Здравствуйте! В эфире еженедельный выпуск прогноза погоды и в студии София Пирогова. По прогнозам синоптиков Гизметео, последние деньки сентября в Оренбурге ожидаются теплыми. В субботу температура ночью плюс 8 градусов. Днем будет малооблачно и без осадков. Воздух прогреется до плюс 18 градусов, а вот вечером станет прохладнее. 1 октября нас встретит ясной погодой. Ни ветра, ни дождя ждать не стоит. Температура с плюс 5 градусов поднимется до плюс 19, а вечером упадет до плюс 13. Неделя в Оренбурге будет относительно прохладной. Теплую одежду уже можно доставать из дальнего угла. По словам синоптиков, максимальная температура днем дойдет всего лишь до плюс 20 градусов. А вот вечера будут свежее. Температура будет варьироваться между плюс 5 и плюс 10 градусами. По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 29 сентября по 5 октября в большинстве районов области сохраняется высокая пожарная опасность. Будьте бдительны и аккуратны. О прогнозе к данному часу все. С вами была София Пирогова. Следите за новостями и прогнозом погоды в нашем телеграм-канале. И, конечно, смотрите телеканал ЮТВ.